Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем отличного просмотра! Святой Отец, я хотел тебе исповедаться в своем грехе. Да, сын мой, рассказывай. Ой, иду вчера, значит, по аллее, смотрю, а под деревом девушка голая лежит. Ой, сын мой, это не грех. Я встал и смотрю, как вкопанный. О, это не грех, это искушение. Она начала ноги раздвигать и игриво смотреть на меня. Это уже сильное искушение. А я встал, как вкопанный, и смотрю, пока она не уйдет. Ой, сын мой, грех этим было не воспользоваться. Спасибо вам всем за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.